Привет, привет, всем привет. Привет, привет. Собиралась видео снимать, теперь не знаю о чем. Привет, 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 всем привет. Собирайтесь. Неровно накрасила. Бантик. Страшно почесать, а то вмятины останутся. Прям грех не записать видео. Пишите тему, сейчас буду снимать. Протирала и зеркало, вон тряпка лежит. Протерла я куркой лапою. Сейчас, секунду. Чтоб попало, короче. Что думаешь о враче-онкологе, который умер? Я уже говорила на эту тему. Восхищаюсь. Привет, привет. Куда такая нарядная? Никуда, никуда. Сбора никуда. Я просто решила пофоткаться. Вообще села про парики снимать. Но достала парики и поняла, что их нужно подготовить. Они почти 2 года лежали. Смялись. О, теперь ровно. Контуринг, да, контуринг вообще шикарный. Накладные волосы, тут мои вон волосы. Вот, чтобы вы понимали, как оно цепляется. Красота – страшная сила. Платье одела. Ноготочки как раз. Макияж вообще шикарный просто. А чтобы сесть записать, вообще не получается. Парики мерила, теперь вся в волосах. Хорошо мне с заколотами, да? Я не любила раньше. Как вы считаете, женщина должна работать, если ее хорошо обеспечивает муж? У каждого свои... Привет, я же сказала, Сереж. Чего мама в игноре? Если вам хочется работать, то почему бы не работать? Если есть возможность быть дома и есть чем заняться, то можно сидеть дома. У каждого свои взгляды. Кто-то сидит дома, даже когда не хватает средств. Контуринг делала палеткой от Ламель. Хотите, расскажу, чем делан макияж? Давайте, вот, я сохраню и выставлю в YouTube, кстати. Мой любимый вообще тональный крем HD Liquid Coverage Foundation 24 часа. Я его просто... Макс в эфир хотел? В смысле? Давай добавимся. А ты добавлялся? Так давай я сейчас добавлю тебя, давай. Привет! У вас звука нет, зайка.
Я звук не слышу, сынулечка. А чего у вас звука нет? Зайчик, я тебя не слышу. По губам читаю вкусное мороженое. Ой, вкусно. Все, гуляйте, зайка. Пока-пока. Пока-пока. Люблю тебя, зайчик. Моя любимая. Пока-пока. Тональный крем, у меня аж слезы выступили. Так, что-то. Покажи прическу. Прическа просто зализанные волосы. И прикреплен хвост. Соскучился, мой сладкий. Здравствуйте. Значит, тональный крем у меня от Catrice. У меня две баночки здесь даже. И вот второй у меня любимый тоже мусс от Catrice, от Essence. Офигенные. Но по цвету вот этот вот идеально подходит для белоснежек. 10-й оттенок шикарный. Да, сыночек пошел с папой в игровую играть. Мама тут занималась сначала домашними делами, потом собой решила заняться. Под глазами у меня вот такой вот корректор. Вот видите, сколько уже нет, выдавливается. Очень классный и светлый. Видите, как высветлил вообще под глазами красиво. Никуда не собралась. Брови, как обычно, моя любимейшая помадка для бровей от Top Face. Кисточка просто бомбическая здесь. И для прочесывания офигенная. И вот такая вот. Видео не сняла, Серёж. Не хотела про парики снимать. И достала эти парики. Уже тягала тут и диван, и кроватку Макса поднимала, чтобы найти. Перебирала все со шкафа, когда... Прятали под кроватку, под кроваткой место пустое, мы там в коробках паковали. Тени, цвет красивый. Оттенок корректора у меня самый светлый, по-моему, N03. 16 не видно, да? 16R, N03. Нет, 00 Ivory. Самый-самый светлый. Он очень плотный, он просто мега плотнючий. Поэтому вот, наклеила реснички. Кстати, классный, кто не знает, какой брать клей для ресничек, для пучков. У меня сейчас пучки наклеены. Тут уже париком волосы цепляли, и один пучок убежал. В общем, от Коди классный. Стоил, по-моему, 80 или 70 гривен. И хватает, наверное, уже года 3 у меня он, или 2. До 2020 года, кстати, до февраля нужно будет вот выкинуть его, уже купить новый. Дальше. Палетка теней. Чем же сделаны глаза? Глаза, мне кажется, обалденно сделаны. Я прям очень люблю смоки. Вот такая вот палетка от Sleek. Я ее нарыла только-только вот. И вот такие вот оттенки. iDivine Vintage Romance 141. Вот эти два оттеночка были. Вот эти. Шикарная палетка. Пигментация просто неимоверно яркие. Они стойкие и тушуются очень классно. Вот этот вот черный просто, ну, он угольный. Он очень-очень пигментированный и классно затемняет, и можно делать вот как айлайнер. Что за помада? Так, Юльчик, помаду только что мазала. Мне она не нравится, оттенок красивый, но мне не нравится сама помада. Вот такая она, комплименте, по-моему. Да, это белорусская комплименте нюд в оттеночке так, тон 14. Помада, цвет красивый, но она сразу вот иссушила. Вот можно видеть, что... Видите? Полопались вообще. И, конечно же, вот в каждый свой темный и яркий макияж я добавляю пигмент. Мне подписчица в 16 году или в 17, наверное, в 17 прислала вот такой вот пигмент. Смотрите, осталось
Полбаночки, я просто его обожаю. Это, по-моему, Inglot. 85-й оттенок. Inglot, да. Шикарный. Я вот на центр наношу, но здесь не видно, а здесь фильтр. Я колола на ипоген себе сама после каждого курса химии 3 дня. У меня после второго и третьего курса красной химиотерапии падали лейкоциты. Тушь у меня, как всегда, Avon. Кстати, 2 в наличии. Кому надо, могу продать. Это новинка. Экстрим. Кисточка шикарная просто. Смотрите, нижние реснички. Невероятные. Кисточка обалденная. И сама текстура туши тоже классная. Очень-очень рекомендую. Контур. Я делала. Контур я делала вот этой палеткой от Ламель. Вот это вот 2 оттеночка. Он даже тени ломает фильтр, уменьшает лицо. Вот, и румяшками вот этими пользуюсь тоже. И хайлайтер затер до дыр. Затерт. Но здесь у меня в виде хайлайтера тени от Essence тоже уже прям... Видите, вот этот и вот этот вот стертый, он прям мега крутой, как хайлайтер. У меня у одной написано, что Кристина с гостем ведет трансляции. Серега, это муж мой с Максом в игровой. Макс захотел ко мне... Муж зашел в мой эфир, услышал меня, наверное, и захотел ко мне в эфир. Сказал, что соскучился. Поэтому однозначно рекомендую. У Оси Олечки увидела эту палетку. Я в восторге в полнейшем. Мне очень понравилось. На какую тему можно снять видео? Скажите мне бегом, пока я в образе. И, в принципе, и вроде и фон нормальный, да, то есть протереть только этот. Я даже нос контурировала сегодня. Хвост не натуральный, хвост AliExpress за $4. Однозначно сухой, потому что он тушуется хорошо. Жидкие, у меня есть несколько жидких, они просто ложатся или сразу схватываются, их потом не нанесешь. И на сухие, если вы уже припудриваете лицо, то на сухую текстуру жидкий хайлайтер ложится пятнами, он просто не тушуется, а такой ровной полоской и очертанием. Хорошо держится. Ну вот контуринг сегодня сделан полностью вот этой вот палеткой. Вот это вот и румяшки, вот эти 2 ячеечки. Достаточно яркий, потому что женских болталок. Какой первый тон? Его, кстати, после видео Оли не было, наверное, неделю. Февраля. Юльчик, что 16 февраля? Не узнала бы тебя. Жидкий хайлайтер с тональником мешает. Если только наносить на отдельные места. Ой, я засидела. Сижу на согнутых ногах. Вы похожи сейчас на себя 7 лет назад. Кстати, да. Длинные волосы решают все. Боюсь, чтобы телефон не вырубился, блин. Я уже пару дней пытаюсь психануть и кое-что сделать. Заранее. Ну, пока что думаю. А, да, я просто пролистала, вроде не было. Да, 16 февраля, скоро совсем день рождения. Нет, в феврале. 16 февраля. Я нашла платье. Думала выставить его на продажу. Потому что мне оно сейчас как-то
Не камильфо, не камильфо. Такой не знаю. Да, платье вообще шикарное просто. Кстати, с этим макияжем глаза невероятно синие, голубые и прыщ классный. Я обожаю такие яркие макияжи. Почему-то мне кажется, что она очень короткая. Я 20 килограмм набрала на дексаметазоне во время химии. Но это вы не набрали, это вы отекли. Но в течение полугода после окончания химии все сойдет само. Не 20 килограмм, конечно, но половина точно. Помада у меня к комплименте от Релуи. Нюд мат 14 оттенок. Матовая помада. Не рекомендую, потому что она очень сушит. Покажите платье. Я бы встала, но, блин, некультурно вставать. Сзади оно очень красиво. Под каблук было бы хорошо. Пиу-пиу-пиу. Мочегонным никогда не пользовалась, нет. Мне кажется, сюда и подошли бы красивые длинные серьги. Вентилятор разряжен. Выходите за меня замуж. Я согласна. Спасибо огромное, спасибо. Никуда не иду, девочки, просто решила накраситься и сделать красивую фотографию. Грех было не выйти в эфир. Чего так красиво, а? Хорошее настроение. Что еще у меня? Растушевка была вот этими тенюшками от Ланком. Мальчик, тебе огромный привет. Я вторую палетку уже использую, вторую такую вот. Кругляшок Color Design, Кашемир Pink Matte. Вот такой вот самый-самый любимый, самый идеальный оттенок для растушевки любого цвета. Вот он, видите, в дымку прям стушевывает на ура. Мне кажется, идеально вообще. На улице нет, не смотрят. Возможно, я не обращаю внимания, но я же хожу как чукча, как чучелка. Сохраните. Для того, чтобы сохранить, нужно сейчас выйти, потому что осталось 10%. Бровки, бровки только, только, только. Теперь моя любовь, вот эта вот помадка, она стоит, по-моему, 120 или 100, 130 гривен. Смотрите, 5-19 года сделаны и действительно до 5-23. Прикиньте, я на реально вот использую, девочки писали, до 2 лет ее просто. Она такая нерасходная вообще. Кому такая красота достанется? Я уже никому не достанется. Тональник Катрис, он мега перекрывающий. И, конечно, роль сыграл еще в макияже корректор. Тоже очень плотный и очень светлый. Под глазами, вот на центре носа, потому что контуринг носа я сегодня тоже делала.
И хайлайтер у меня в палетке. Я, наверное, когда нагибаюсь у меня. Даже так красиво. Вот такая вот палетка для контуринга. Ламель, Blush & Contour. Вот. Вот эти два оттенка. Чаще всего использую вот этот оттенок для контуринга. Декупля – это тональний. Тональний продається в кожному Ашані. Там є декоративна косметика. І, по-моєму, в просторі. Є стенди з Catrice, Essence, Vivo теж є там. І Catrice ось такі. В Космо я ще бачила стенд, але це саме біля нас, біля мого дому. Блін, так жалко виходити. І поставити на зарядку, блін, неудобно. Лак для ногтей вообще, да, чуть-чуть такой. Я уже подумала, знаете, на юбилей одеть это платье, но это слишком развратно, мне кажется. Неудобно, некомфортно мне будет. Пожалуйста, 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 сохрани, сохрани. Телефон решает все. Быть эфиру или нет. На украинском языке свободно разговариваю именно на суржике, а именно на чисто украинском. Это если постараться, прям не уходи. Так, Estee Lauder крем тональный классный и Dior. Ну, конечно, и стоит как зарплата в Киеве. Как ты относишься к тому, что тебе пишут, что ты не стараешься для видео, плохой монтаж и т.д.? Так это действительно так. Возможно, потому что пропал энтузиазм, и нет желания развиваться, нет желания почему-то. Мне сейчас Инстаграм намного больше заходит, чем YouTube, честно. Тем более там в YouTube копейки приходят. Ставь на зарядку и поворачивай телефон. А такой будет, и же вот такое некрасивое изображение, я вас читать не смогу. А, такое видео уже пыталась снять про гель-лаки. У тебя были от золотекса синяки? Мне в четверг сделали первый укол, и у меня за 2 дня огромные гематомы, уплотнение. Честно, от золотекса очень много разных побочек, поэтому у меня легко ранимая кожа, хотя я могла просто стукнуться со всей дури, не знаю, молотком по руке, ничего не останется. А здесь малейшее где-то вот только задену телевизор, хотела сказать, диван, остается пятнышко. Поэтому, возможно, от золотекса, но я не списывала это, я как-то не следила. Да, я богиню Орк читаю. Давайте я сейчас сохраню этот эфир, вот как раз там сколько, 15 минут, да, прошло. Загружу его потом на YouTube, просто чтобы была такая красивая запечатляшка. И поставлю на зарядку, и, возможно, штативчик возьму, потому что хочу с вами поболтать, пока такая прикольная. Давайте сейчас я вернусь.